Почему сигары так хорошо подходят для мотопутешествий? Потому что и то, и другое, в принципе, построено на запахах и вкусовых ощущениях. На мотоцикле ты находишься внутри всех событий, которые тебя окружают. Во-первых, буквально в нескольких сантиметрах от тебя проносится асфальт. Ты ощущаешь, как никогда, все запахи, вкусы и все прочее. Поэтому все чувства, которые ты испытываешь, они существенно острее, чем на автомобиле. Точно так же это связано с сигарами. Почему вот мы курим сигары, а, например, не сигареты? Потому что сигарета – это скорее дурная привычка. Привычка рук, ее можно быстро выхватить, там, за 2 секунды около выхода из аэропорта, выкурить и выбросить. Но когда ты зажигаешь сигару, ты всегда ощущаешь ее букет, разный вкус, запахи, и ты, ну, волей судеб, на там, 30-40 минут оказываешься вот в атмосфере дегустации этого процесса. Поэтому я считаю, что вот эти два события, они как нельзя лучше друг с другом перекликаются.